Наконец-то пошел дождь. Но не просто дождь, а ливень. Выпала аж половина месячной нормы осадков. Вечером плавать не пошли, побрезговали. Вода, дескать, будет после ливня грязной. Решили прогуляться по набережной, посмотреть, что же натворил ливень с пляжами. Вечер после дождя отовло пляжа Багамы нам сообщает. Температура воздуха плюс 28, температура воды плюс 29. Однако на пляже сушат промокшие матрасы. Но народ купается, и вода на вид кажется не слишком мутной. На набережной много грязи и луж, но все уже подсыхает. А вот на песчаном пляже Дельфин полный разгром. Впрочем, здесь это обычно после ливней. Однако катаклизмы не мешают нашим людям отдыхать и зарабатывать. Вот и художники, натуральные и татуисты демонстрируют свое искусство и предлагают услуги. И завсегдатые волейболисты на своем месте, на площадках центрального городского пляжа. На набережной толпы слоняющейся публики. В общем, курортная жизнь идет своим чередом.